Молодежная политика в Узбекистане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Она строится на принципах повсеместного привлечения молодежи в процессы формирования правового государства и справедливого гражданского общества, установления признанного общественного статуса молодежи, всесторонней поддержки ее юридических, социальных, политических и идеологических прав, развития различных общественных формальных и неформальных объединений и организаций. Интеллектуальное, духовное и физическое воспитание молодого поколения является общенациональной, общегосударственной задачей. Использование творческого потенциала молодежи в процветании Узбекистана является необходимым условием приближения нашего великого будущего. Дальнейшее укрепление суверенитета страны, самой государственности невозможно без опоры на молодые крепнущие силы, их ум, задатки, интеллект, думы и чаяния. В связи с этим в стране уделяется особое внимание духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, обеспечению содержательного досуга молодежи. В рамках этой многогранной программы руководство третьего сектора города Алмалыка совместно с активистами агентства по делам молодежи организовали творческие вечера для юношей и девушек, проживающих в Махалле имени Ислама Каримова. Более 100 молодых людей собрались в парке, где приняли участие в беседах, мотивационных тренингах, в ходе которых, сидя вокруг костра, собравшиеся обсуждали роль нынешних учеников школ, студентов колледжей и вузов в построении будущего страны. Встреча завершилась дружным исполнением песен под гитару.